Здравствуйте. Представляем вашему вниманию лот номер 5. Трюм джакет с количеством мешка 3 штуки, вес мешка 4 килограмма, 460 грамм. Куртки. Куртки идут все однотипные. У меня здесь только размер разные будут в лоте. Лотик 3 штуки. Идут сначала кнопки, молния. Внутри также можно отстегнуть будет ветровка. Куртка утепленная с флисом, и вывернуть ее можно будет толстовку сделать. Также имеется внутри карманы этой толстовки. Размер это будет S. Карманы здесь идут все нормальные. Светоотражающие элементы по всей куртке идут. С стороны спины спереди. Манжет здесь липучка. Резинка во внутренней куртке. Вот где-то кнопка манжет. К низу идут здесь резинки. Во внутренней куртке также имеются резинки. Капюшон. Капюшон будет спрятан в ворот на молнии. На липучке можно утереть. Материал здесь защитный, непромокаемый, непродуваемый. Со стороны спины здесь вот такая вышивка идет. Размер будет 3XL. Все здесь то же самое, те же характеристики, только размер другой. Будет размер L. Все здесь то же самое будет. Все подробности о лоте в описании под видео. Спасибо за внимание.